Помимо основных культур озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы и многолетних насаждений, колхоз «Победа» также выращивает бахчевые культуры. Заместитель председателя колхоза «Победа» Максим Трандафил подчеркнул, что удается обеспечивать село бахчевыми практически на 100%. Колхоз «Победа» решением правления колхоза ежегодно выделяем площадя в пределах 9-12 гектаров для бахчевых культур. Агроном семеновод Валентина Чавдара сказала, что семена были завезены из Республики Татарстан. Были выбраны лучшие сорта, подходящие для наших климатических условий. Сорта были завезены в 2018 году нам с Татарстана. Привезли мы 27 сортов арбузов и дыни. Посеяли мы семенной участок 5-6 гектаров и выбрали самые подходящие сорта, 4 сорта, для нашего региона, для нашего климата. Заместитель председателя колхоза «Победа» Максим Трандафил говорит, что они стараются сохранить на свою продукцию приемлемые цены. Олег Дулогла, Леонид Тарфанос, ГРТ, Новости.